Всем привет, с вами снова я, Ведьмак. Мы играем в Принца Персии Забытые Пески в рамках моего комплексного прохождения игровой серии Принц Персии от компании Ubisoft. И в прошлой серии мы, да, получили силу управления водой от джинши по имени... Если можно так выразить, джинши, это, наверное, какое-то просторечивое выражение, но неважно. От женщины-джина Мариды, как раз таки джина воды. Вот, и сможем теперь делать вот так вот. Прикольно. Ну, смотрите, мана тратится. То есть вода становится вроде как твердой, и мы можем по ней прыгать, бегать и так далее и тому подобное. Ладно, давайте уже это делать, а то я говорю много. Попробовать до сих пор не попробовал. Вот эти струи воды будут работать как столбы. Вот, потом будут еще водопады, по которым можно ходить, как по стене. Вот, мы можем их заморозить, сойти с этой ступеньки. Ступеньки, говорю, кнопки. И... Вода замерзла по моему велению. Похоже, джинам подвластны силы самих стихий. Ну, логично, джин, это и есть духи стихий. Так... Главное успеть... За то время, пока у нас мана кончается. Иначе это будет печально. Так. О, можно помыться. Смотрите-ка. Красиво. То есть, во-первых, он руку поднял, защищается от воды. Во-вторых, вообще бы его поливает, как бы эффект того, что на него льется вода. И в-третьих, у него кожа стала мокрой. Но все высохло как-то очень быстро. Ну, неплохо. Да, графическая часть, конечно, игры, она очень красивая. Посмотрите вот на эту воду. Я что-то слышу. Меня бросили умирать. А где ты? Кого выпустите? Кого? Кто смилуйся? Кто? Кого? Куда? Зачем? А, это стрелы, я думал, это вода вылетает. Ну, ладно. Да я же... Ты... Чё? Да... Стражники сбежали, бросив заключенных. Никому бы не пожелал такой смерти. А почему они в песок, в песчаные статуи не превратились? Вопрос. Очень уж много эта игра вопросов вставляет без ответов. Ну да ладно. Сейчас будем биться. А ну ушли! Зачем ты подошел к прутьям клетки? Ой, это кто вообще? Чё за слепые уроды? А, их, по-моему, встречал уже. Только они почему-то умерли все. Блин. Надо себе какое-нибудь более мощное заклинание, что ли, потом прокачать, чтобы быстрее всю эту шваль мелкую убивать. Да умри ты, ну уже! Живущий засранец. Ну все, этим ребятам уже не помочь, явно. Я не понимаю, с какой целью они подошли сами к этим монстрам. Если бы на меня шли сюда монстры, я бы там в угол клетки забился и не вылазил оттуда. Нам, видимо, сюда идти. Произойдет вода, наверное, будет лететь, да? Да. Ну, хорошо. Вода, это хорошо. Интересно, с какой целью она могла литься на этот двор? Это ж тюрьма. Зачем здесь вода?
Зато она нам помогла. Клетка почему-то вросла в землю. Если это клетка. Так. Я должен вернуться во дворец и найти Малика. Окей, вернемся. Не проблема. Проблема в том, что Малик тебе не отдаст медальон. Придется его немножко побить. И вот этих вот деталей сюжета, в принципе, уже не помню. Да, я помню, что там завязка будет такая, я помню, что будут силы эти магические джинны, но вот там... Что будет происходить и чем это все закончится, я не помню. Поэтому в какой-то мере это слепое прохождение. Так даже интереснее, на самом деле. Ой, они сейчас будут падать, наверное, да? Фух. Интересно, как они держатся? Нет, лучше не думать об этом. Как это держится? Пока держится, можно по ним полазить. Так, ага. В общем, ой, они, похоже, ломаются на ходу. Да, ну хватит уже, да. Нужно поторопиться. Платформенная часть в этой игре, конечно, сделана прикольно. То есть много вот таких вот интересных головоломок, завязанных на применение различных способностей. Это, по-моему, круто. Теперь можно вниз спускаться. Сейчас нас здесь будут бить. Это всегда видно. Потому что обычно это типа арены такие. Почему вот эта шваль не дохнет от моей способности? Вот, наверное, ее прокачать будет. Раз я ей активно пользуюсь. Подрежем немножко. На тебе, родной. Это опять тюрьма. А, ну мы просто перебрались на другую сторону, получается, этой тюрьмы, да? Через вот эту вот стену из клеток. Фига себе, сколько здесь людей содержалось. А как вот они вон там на верхних клетках сидели? То есть как они туда попадали? Наверное, никто мне не ответит на этот вопрос. Водичка. Так, мне, наверное, сюда. Да? Сюда же? Так. Что я сделал? Я сделал явно ничего хорошего. Вот этих мужиков с щитами, кстати, убивает мгновенно она. А обычную шваль, обычных скелетиков почему-то нет. Кстати, заметили, да, в правом верхнем углу появляется счетчик. Сколько нужно еще песка до следующего улучшения. И с каждым новым улучшением этот счетчик увеличивается. То есть... Линейка прокачки здесь. Точнее, кривая прокачки здесь не линейная, а экспоненциальная какая-нибудь. Я вообще правильно иду? А то как обычно, по наитию. Вроде бы куда-то идется. Я, соответственно, иду. Ну, это вроде вторая, да? Сейчас должно что-то произойти хорошее и полезное. Ну, теперь везде вода есть. Это круто. Что мне это даст? Мужиков не появилось?
А быть на следующий. Так, понятно. Так, передышка. Прыгаем дальше. Ой, так убиться можно. А сейчас она кончится и будет печально совсем. Но мы уже добрались куда надо. Зашибись. Так, ну понятно, сейчас эта кнопка откроет дверь дальше. И мы побежим через всю эту херню. Ага, ну жаль, время не замедляется таким хитрым способом. Пофиг, короче. Да ну беги уже. Так. Видимо, дальше нам идти. Что мы здесь? Это скучная тюрьма. Невыразительная. Где кровищ, где кишки? Вот в первой части была тюрьма, так тюрьма. А здесь она какая-то слишком уж детская. А, ну вот о чем я говорил. Можно сделать вот так. И, соответственно... Нет, почему-то не получилось. Ну ладно. Я думал, меня эта стена остановит, вообще говоря. Убери свой щит. На тебе. Эти жерди, они какие-то не очень страшные, честно говоря. Просто очень толстые. Да. Как-то так. Нам новые улучшения дали. Я думаю, надо сейчас взять вихрь второго уровня. Должно быть повеселее. Кстати, радиус действия вихря на 7 урон уровня 2. Зашибись. Вот. Теперь у нас по этим водопадам можно просто так вот проскакать. Ой, не получилось. Как обычно, я не нажал не то, что хотел. Ладно. Тут, в принципе, интересно. А есть ли какой-нибудь смысл подняться здесь? Потому что вообще не похоже. Нет. Видимо, немного другая механика, по нему просто надо будет пробежать. Я так думаю. Пилы, уходите. Ну, как-то так. И повторим. Пройденное. Вообще красиво. Даже брызги застывают, получается, в воздухе. Какой-то неправильный коридор. Не люблю такие коридоры, они слишком похожи на коридоры с ловушками. Так, давайте сходим сначала туда. Возьмем бочки. Обратной стороны там ничего нету. Видимо, нет. Ой! Я уж испугался, что сейчас упаду и умру. Вода, кстати, заметили, перестает течь на какое-то время. Поэтому ее нужно вовремя замораживать. Это, в общем, мелочи жизни. Так, что-то я зря, похоже, решил предпринять такой рывок. Ну, вроде нет. Так, убивать будут. Ну да. А ты же что за сволочь? Это огненный стервец, что ты делаешь? А, он их вызывает, видимо, да? И пока мы его не убьем, он и будет их вызывать бесконечно. Так, куда он делся? На тебе! Все, ушел. Больше не вызовешь. От него молнии остались на земле.
Окей. Что мы делаем здесь? Так, ага, вода. То есть можно либо так, да, либо так. Но сейчас мы не пройдем туда, да? Значит, надо сделать пока вот так. А, ну вон рычаг этот, надо сначала до него дойти. Мыши. Надеюсь, она не на время. То это будет печально. Так, теперь надо сюда повернуть. И все будет классно. Нет. Прекрати. Ну, в общем... Как только механика пополнилась системой с водой, нас прямо-таки забросали этой. И что ты делаешь? Забросали головоломками с водой. А дальше, насколько я помню, там вообще хардкор начинается. То есть там комбинация разных и воды, и других там вариаций. Там прям аж пальцы ломаешь, как нужно подстраиваться под происходящее. Так, очередная арена. Быстренько подрезали мужичка-вызывателя. Я думаю, что он вызыватель, потому что, по крайней мере, именно так его показали. Пытаюсь составить комбинацию из ударов сильных, но что-то это пока не очень мне выходит. Так, соберем все, что есть. Кстати, раньше можно было от стены отталкиваться и бить, но, видимо, не получится сейчас. Да. Ладно. Так... Нам, видимо, сюда. Так, теперь туда, да? Да, логично. За такое не особенно ухватишься. Так. А как тогда? А, ну понятно. Надо сначала сюда забраться. Вот, теперь отсюда можно прыгать. Но мне интересно, а вот туда если прыгнуть? А, ну видимо рычаг сейчас провернет эти столбы. Да. Блин, я прям аж предугадываю происходящее. Это не очень интересно даже. Я не то что помню, да, то что будет происходить, а именно... Рассуждая так, логически догадываюсь. Так, это шипы. Явно ничего хорошего нам не принесут. Хм, искорки, значит, здесь статуя есть. Да. Есть. Ой. Похоже, это плохая идея. Потому что вторая струя еще не запилилась. Ага. Классно. Ну, хитрый, да, вариант. Неплохо сделано, надо сказать. Заставляет задуматься, что именно нужно делать. А почему вот эта вода не замерзает? Непорядок. Так, а нам ничего и не нужно, да, собирать. У нас все есть, полное здоровье. Можно вернуться туда. Можно пойти туда. Но фиг бы знал, зачем и то, и другое.
Ну, давайте сходим сюда, посмотрим, что тут есть. Так. Ну, камера, конечно, не позволяет мне развернуться и посмотреть, то есть у нее какой-то фиксированный ракурс. Все. Ну ладно. Раз нельзя, так нельзя. Что же я сделаю? Запретили. Сейчас надо хоп и отключить вовремя. Прикольно. Мне даже начинает это нравиться. Дворец часто называют красиво. Оазисом. Понятно почему. Почему? Бани, опять бани. Ну, вообще все вот эти вот уровни и архитектура сильно напоминает The Sands of Time, только в улучшенной графической версии. Так, ну вот, видимо, будет заморозить. Ребята тут удерживали позицию, но их внезапно атаковали сзади и превратили в статую. Мозаика. О, блики такие дают красивые. Так, ну, видимо, я зря ломаю банки, потому что они не дают песок, они дают либо жизнь, либо ману. А песок дают только монстры. Что мы делаем? Ой, зря я это сделал. Страшное, что ли? Так сразу целая пачка. Лежать. Второй, наверное, есть, да? Есть. Ушел. Улучшение сразу дали. Отлично. Так, подрежем сейчас по-быстрому. А, еще есть. Я думаю, что за фигня? Сейчас мы тебе быстренько головушку сломаем, твою светлую. Да ты умри уже. Умер. Так, будем рубать, пока не надоест. Когда надоест, все равно будем рубать. Другого выхода у нас, в общем-то, нет. Так, все, кончились. Окей. Возьмем ману. Еще, чтобы было побольше. Кстати, почему, интересно, вот эта синяя полоса не увеличивается? Увеличивается только количество этих точечек, зарядов магической силы, но сам запас тот временной, который дается, не увеличился. Ну ладно. Мелочь жизни. Будем разбивать красивые вазы. Потом наверняка пару сотен лет. Чтобы пошло извлечь из них синенькие и красненькие шарики. Вода. Окей. А с другой стороны, то же самое. Кстати, что интересно. Тормоза, мучившие меня в предыдущих сериях, куда-то пропали. Знать бы почему. Я пытался это исправить, читая там формы, применяя распределение ядер процессора, но получилось только хуже, но внезапно все это само по себе прошло, не знаю, что случилось. В чем причина такой радости, но тем не менее. Так или иначе, все равно оптимизация игры мне не очень радует. Хорошо, куда мы идем-то вообще, хотелось бы знать. Ой. И это было неправильно. Нужно делать вот так. Отлично. Катсценка. Малик!
Похоже, силу здесь обрел не только я. Никогда в жизни не видел такого чародейства. Печать отравляет твой разум. Пора покончить с этим. Зачем тебе была нужна моя часть медальона? Ты хотел уничтожить армию? А может быть, попытаться самому управлять ею? Да! Если абсолютная не власть! Отдай медальон! Нет! Нет! Это был не вопрос! Любого другого я казнил бы за измену! И грёбаный фанатик. И не возвращайся! Постой! Не получилось. Да. Я что-то ожидал. Кинулся на него как баба. Надо было сразу в челюсть дать. О, какой ужас! А зачем ты сейчас прыгнул в другую сторону? Скажи мне, пожалуйста. Да ну ты, смотри, он прыгает тут вообще хер пойми куда. Ну потому что камера, видите, куда смотрит? Под углом, в стену. Классно вообще придумано. Почему ни в одной игре из серии «Принц Персии» никогда не бывает нормальной камеры? Она все время смотрит куда-то хер пойми куда. Мешает только. В этой части вообще, блин, камера постоянно фиксируется на каких-то углах. Окей. Оп. Так, надо подняться повыше, а то здесь не допрыгнуть. Теперь можно сделать передышку. Вперед! Так, что-то должно произойти. Еще столбы воды. Это система пожаротушения, что ли? Просто очень похоже. Ведь я не сошел с ума? Нет. Это не я хочу использовать армию ради власти. Да-да, ты молодец. Ты не хочешь использовать армию ради власти. Так. Я потерял вообще направление, куда я иду, зачем я иду. Но тем не менее, мы куда-то добрались. Спасти нас обоих. Мне ничего в голову не приходит. Давай его убьем лучше. Я буду, знаете, темным принцем из The Two Thrones. Буду советовать ему что-нибудь страшное и ужасное. Типа убей всех человеков там, и тому подобное. У нас тут ничего нет полезного. Очень жаль. Очень жаль. И дверь, конечно, закрылась. Ну да. Ой, я все правильно сделал? Это было опасно как-то. Опять понеслись ловушки. Малик, чтоб тебя драли за ногу, а? Зачем ты включил эту херню? Бесполезную против песчаных созданий. Зато очень... да! Ты кататься будешь, ну? Ох, у тебя проблемы явно с катаниями, когда надо. А, так вот, где принц научился спускаться по флагам. Сейчас не во второй части, а здесь. Нет! Ну, как отменить-то, ну? Блин, идиотизм. Не отменить откат времени почему-то. Хорошо, бассейн какой-то. Псевдо-бассейн. Ой. Вода, не пугай так. И опять день, что ли, уже начался? Что здесь время странно идет. Или может здесь суточный цикл запилили? Я просто не обратил внимания. Типа там смена дня и ночи и сама по себе. Без триггеров. Вода чересчур прозрачная, конечно. Даже не видно, что это вода. Ну что ж, давайте здесь закончим серию.
С вами был Ведьмак. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите еще. Всем пока. Push the tempo, 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 push the tempo.